тема патриотизма не решить в реакции, понимаете, ее не решить авангардным мыслям. Когда возникает патриотизм, возникает художественная реальность. Приглашаю всех на эту выставку, она продлится 15 лет.
Тема Российской Академии «Слово любая в полюсах». Спасибо. Уважаемый Алексей Петрович, Сергей Петрович, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, художники, которые пришли сегодня на такие замечательные выставки. Мы всегда думали, вот надо так проходить. Живопись. И мы брали с ним пример. И многие из братьев остались живописцами. Вот правда, мы не привыкли живописцам, как дальше. Вот эта вот, как бы, любовь друг к другу, любовь к искусству всех нас собрала здесь и объединила здесь. Спасибо, что в шикарном помещении организовал вот эту замечательную выставку. Я всех поздравляю, низкий поклон всем участникам и гостям. Спасибо. И низкий вам поклон. Спасибо вам. Стремительно быстро идет туда-то. 40 лет. Важно, что выставка состоялась. Нам не стыдно за нее, за ребята. И потом наши ребята многие стали академики, многие стали народные культуры, многие стали профессионалы. И мы рады. Они стали профессионалами до сих пор. Творческие мастерские – это не выдумка, это традиции имеют старые страны. Мы раньше называли испытали, раньше много творческие мастерские. Привозили брелок, последние деньги, и выходили из стандартов, заговорили на и так далее. Нет, против заграничных проектов, но теперь творческие мастерства. Ну, а в общем, выставка открыта. Смотрите ее, критикуйте, критика, делайте это движущая сила. И давайте